Всех приветствую на канале Ярославский огород. Тема ролика «Как бесплатно подготовить помещение для хранения урожая». На дворе 15 сентября. Имеется яма, представляющая из себя металлический куб объемом 2 кубометра. Существует множество видов обработок помещений для хранения. Я рекомендую самый эффективный и, главное, абсолютно бесплатный способ. Берем железное ведро, ставим на него железную сетку, заполняем сухими веточками, листиками, которых полно у нас на участках, и поджигаем. В итоге получается двойная обработка. Первая температурой и вторая углекислым газом, продуктом горения. Далее на недельку закрываем яму, потом проветриваем. Использую данный метод уже 3 года, о плесени и других болезнях полностью забыл. Подписывайтесь на канал, лайк, колокольчик. Всем пока и удачи!